Всем большой привет! Надеюсь, что у вас хорошее расположение духа. Последние несколько дней многие мои подписчики относятся очень болезненно к критике. Хочу еще раз напомнить, что мы не за кого-то, а мы за все хорошее. Мы не против кого-то, а против плохого. А теперь перейдем к делу. Мы сейчас находимся возле одного из объектов, которые отобрал бывший генпрокурор Ахван Говсепян. Скажу, что бывший генпрокурор имеет в своем наличии огромное количество объектов, недвижимости в Армении и не только. И вот это поместье, вот эта территория, это потрясающая дача, которая находится в одном из регионов, в одной из сел Армении, куда мы сегодня приехали. И скажу, что все это господин бывший генпрокурор отобрал у порядочного бизнесмена, который заработал это все своим потом и трудом. Вот в такой Армении мы раньше жили. Кстати говоря, напомню, что не только Ахван Говсепян, но и бывшие экс-президенты, и карабахские руководители, и карабахские генералы, и экс-министры обороны. Примерно у них в руках примерно 450 объектов, из них 362 объектов армянской столицы Ереване. Преимущественно это принадлежит арцахским генералам, арцахским экс-президентам. Это и банк, второй этаж банка на улице Тарьяна.